Информация о тех, кто не желает работать по закону, направляется в налоговые органы. Таким образом, 150 объектов стали на учет. Еще 27 приобрели патент на осуществление коммерческой деятельности, который предполагает уплату налога на прибыль. Выходим на данный объект, зная, что данный объект предоставляет гостиничные услуги по временному размещению. Вот, и выявляется о том, что данный объект не стоит на налоговом учете. Данный объект должен пройти обязательную классификацию по федеральному закону. И мы эти материалы направляем в прокуратуру города и в Роспотребнадзор города Сочи. Статья 14.39 на индивидуальных предпринимателей от 7 до 10 тысяч, на юрлиц от 40 до 50. За последнюю неделю, благодаря оформленным патентам, в бюджет города поступил 1 миллион. Деньги небольшие, но это начало, отмечают в мэрии. Эффективность возрастет, если к этой работе активнее подключатся сотрудники налоговой службы, которые имеют соответствующие полномочия.